Пришла на работу, включила свет. Музыка сразу. Сейчас включу кондиционер, чтобы нагревалась. 24 мало. 30-ку сейчас поставлю. И пойду сейчас в торговый центр, в туалет. Чтобы это... водички, глоточек сделаю, уже все. Все. Такая краса. Сейчас разложусь. Купила такие эти воротнички. Что-то у меня еда с собой. Фен сюда, потому что не влез. Сегодня с новой машинкой. Все новое. Короче, такие дела. Вот, так что рабочий день начинается. У меня сегодня плохое женское самочувствие. Это драгоценность моя рабочая. Сейчас коврик расстелю свой. Положу сюда инструмент. Вот. Все, начнем працювати. Вот, это не моя. Это не моя, треба пробрати. Ой. Свою сейчас поставлю. А я думаю, почему так? Гимн. Сколько? 9 утра? Он 9 часов уже. Сегодня трошки. Трошки муж запизнится на работу. Так, ножнички. Две расчесочки. Сейчас я их распакую, неудобно. Холодно в парикмахерской с утра. Греемся. Так, мужская расчесочка. Женская, длинненькая. Все раскладываю сразу с утра, чтобы красота была у меня. Машинку ложу сюда. Фен сейчас включу в розетку сразу. Расчесочка для мужских стрижек, газовый баллончик обовязково, две расчески новые, сейчас распакую, это для стрижек на машинку, сметочка вот такая, что уже подстричь надо ее, так. И водичка и ХДшка. Все. Сейчас посмотрю, что еще, чтобы ничего не забыть. Куча прибамбасов надо, если честно. Это тоже приготовлю сейчас, обработаю, чтобы чистенькая готовая была. Такая вот. Салфетки на всякий случай. Так, вроде все. Такая расческа скелетная для укладок. Два брашика тоненькие, широкие. И насадки на машинку. Сейчас тоже это разложу. Вы знаете, даже коврика мало. Сейчас трошки буду двигать. Вот, так что очень много, видите, всего надо. Все, вроде все достала. Начинается рабочий день. Я, короче, сегодня вообще никакая, отекшая, проснулась вся. Эти дела, одела трусики одноразовые. Короче, я сегодня в памперсе. Вот. Надеюсь, будет все нормально в этом плане. Сейчас схожу в торговый центр в уборную и буду ждать клиентов. Все такое мое утро.
начиналось. Хотела вам видео снять мое утро, как я готовила еду. Я себе, кстати, взяла сегодня 3 блинчика с сыром плавленым, семгой и огурчиком. Замотала рулетиками. Капусту тушеную всю забрала, потому что кроме меня ее никто не ест. Квашеную плюс обычная капуста тушеная. Вот. И 2 яйца отварных взяла. Ну, вот так вот. Как-то так. Бананчик у меня еще. Одна шоколадка типа с мюслями. Одна просто шоколадка без сахара. И что у меня еще? Смузи у меня еще есть пить. Потому что, вы знаете, в эти дни хочется чего-то такого необычного. Вот. Все, сейчас закрою, схожу в торговый центр и начнем новый день.